Кто ты такой, Горбун? Твоя совесть, Ганзак. Лагардер, к вашим услугам. Пероль был прав. Как я сразу не понял? Всегда приятно видеть кого-то более безобразного, чем сам. А я чуть было не стал считать тебя своим другом. Таким же, как герцог Деневер. Я скажу сейчас, что тебя ждет. Тебе отрубят голову на площади. И справедливость, наконец-то, восторжествует. Отведите его в Бастилию.